Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 82-м году ушел из жизни мексиканский актер театра и кино Энрике Роша. Об этом сообщает Today in 24. Энрике Мигель Роча Руис родился 5 января 1940 года в Сила. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1963 году и с тех пор снялся в 84 работах в кино и телесериалах. Известен ролями злодеев в теленовелах. Среди них «Привилегия любить», «Шалунье», «Я покупаю эту женщину», «Женщина», «Случай из реальной жизни», «Мир игрушки». В театре Роча играл в пьесах по Шекспиру и Достоевскому. В 2016 году попробовал себя в качестве мастера дубляжа, продублировав фильм «Книга джунглей». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.